12 августа в Лондоне состоялось закрытие 30-х летних Олимпийских игр. Красочная церемония прошла на главном олимпийском стадионе, который вмещает до 80 тысяч человек. Итогом соревнований этого года стала победа США, у них 46 золотых медалей. Второе место занимает Китай, в его активе 38 наград высшей пробы. Третьей в общекомандном зачете стала Великобритания, 29 золотых. При этом России, чтобы выйти в тройку лидеров, не хватило всего 5 высших наград. По завершении игр российская сборная смогла пополнить свою копилку 24 золотыми медалями. Самым золотоносным стал предпоследний день Олимпиады, 11 августа. Российские спортсмены были признаны лучшими в вольной борьбе, метании молота, гребле на байдарках, ходьбе, художественной гимнастике, прыжках в высоту, беге и боксе. А в последний день соревнований они смогли выиграть золото в волейболе. Между тем, Украина в медальном зачете смогла подняться до 14-й ступени. Самым успешным для сборной стал также предпоследний день игр, в течение которого она взяла 2 золота, 4 серебра и 9 бронз. Всего в активе спортсменов 6 золотых наград, включая 2 по боксу, которые принес Украине Василий Ломаченко. Закрытие Олимпиады сопровождалось красочным фейерверком, а также выступлениями знаменитых музыкальных коллективов, таких как Spice Girls и The Who. Как предполагается, торжественную церемонию смотрело около 300 миллионов телезрителей по всему миру.